Всем привет! Привет-привет, мои хорошие! Дианка, моя девочка, как у тебя дела? Я на площадке на острове, в гримерке сижу. Кальян курю, да. Сегодня мы были на потрясающем свидании. Я обожаю лошадей. Прям такой трепет перед ними испытываю. И в таких красивых местах мы сегодня были. Гуляли по шикарному пляжу. Хотя, мне кажется, я на Сейшелах уже столько всего видела. Но пляж был какой-то неимоверной красоты. Вот, поэтому такие у меня сейчас эмоции. Такое настроение хорошее. Мы помирились, да. Все у нас сейчас хорошо. Надеюсь, что Мандезир вынес урок из всей этой ситуации. Откуда столько красоты, Ди? Вот этот вопрос тебе могу адресовать. Откуда столько красоты? Два телефона у меня. Угу. Вкус кальяна, я не знаю, если честно, это мне Настя делала. Что-то намешала. Где потеряла Мандезир? Я его не потеряла, а он с ребятами в волейбол играет. Леночка, привет! Да, свидание реально обалденное. Поделилась с вами в сторис небольшой частью. Вот, в следующую... Так, сегодня какой день недели у нас? Среда. В следующую среду, получается, покажут эфир. Сейчас показывает его бывшего мужа, рассказывает, как он тебе изменял. Ребята, вы не знаете, что передачи на Первом канале, Детектор, там, как он называется, господи, я не знаю... Ну, это все придуманная история. Мне кажется, сейчас абсолютно каждый человек знает, что люди за это получают достаточно хорошие деньги, и поэтому ходят на эти передачи. Вот и все. Телевизор вообще не смотрю, поэтому не знаю, что показывают, что там сейчас интересного идет. Люди не меняются. А я с вами не согласна. Да, по себе могу сказать. Люди меняются. Главное этого захотеть. Конечно, кардинальных перемен с вами не произойдет. Тем более, когда человек взрослый. Личность уже сформирована. Но когда человеку хочется меняться ради себя, ради, там, не знаю, любимых, близких людей, если он понимает, что родным людям с ним некомфортно, он меняется. По поводу Ебарова, о, ну, сложно сказать. Мне кажется, просто, что Дом-2 для Илюхи, знаете, такое родное место, и сейчас он ушел, потому что ему кажется, что все надоело, что он устал, но я думаю, что пару недель он заскучает и захочет вернуться назад. Дай бог, чтобы у него все сложилось хорошо за периметром. Ну, не знаю, мне почему-то моя интуиция показывает, что он вернется. Самая красивая ведущая. Ой. У нас все ведущие красивые, но спасибо, мне приятно слышать. Мы тебя очень любим, не меняйся. И я очень вам за это благодарна. Правда. Вот сегодня мы пришли к цифре 800 тысяч. Я считаю, что это достаточно неплохой показатель. Учесть, что я не блогер, не пишу какие-то умные посты, не даю в своем профиле никаких советов. Просто делюсь с вами красивыми картинками. Ну, как мне кажется, красивыми. Делюсь с вами небольшими фрагментами своей жизни. И люди, которым я интересна,
Они на меня подписаны. Но есть, конечно, и те непонятные, неопознанные объекты лично для меня, которые периодически пишут мне говнокомментарии, но захожу к ним в профиль, смотрю, человек на меня подписан. Никогда этого идиотизма не понимала и не пойму. Раньше не блокировала, а сейчас блокирую, потому что зачем мне их негатив? То есть люди как-то хотят и осознанно варятся в своей желчи, но мне зачем? Я считаю, что пусть они там где-нибудь тихо сами с собой, со своими мыслями, со своим бурлящим дерьмом внутри себя живут, но не на моей странице. Тебе очень идет этот цвет волос. Спасибо большое. Время у нас, сейчас скажу, без 15:09. Шляпа — это Зара. Обычная Зара. Ты больше не будешь ведущей? Что за глупости? Я ведущая. Веду свой любимый остров любви. Это мой фактически дом, потому что здесь я нахожусь гораздо больше, чем, больше времени, чем в России, в Москве. А девушка, о которой вы говорите, она будет ведущей не здесь. Зачем такие большие губы? За шкафом, потому что я так захотела. Все очень просто, вот прям до банальности просто. Юль, привет, а ты уверена в отношениях своих? Уверена, что больше не будет склочек с Мандезиром? Нет, конечно. Мы вообще не можем быть ни в чем и ни в ком уверены. Это глупость. Люди по 20 лет живут в браке. Дети, внуки, потом разводятся. Либо дружат всю жизнь, а потом понимают, что и не друг вовсе все это время был, а скорее враг. Как? Я могу в себе быть уверена. Свои мысли могу знать, свои чувства, свои ощущения, да. За другого человека, ну, глупо говорить. Мы можем верить. Если для нас человек дорог, если нам он важен, мы можем верить в лучшее. Но как будет, я не знаю, я не Ванга. Прогноз давать не могу. А, вот идет Мандезир. Где Мандезир? Где Мандезир? Я говорю, волейбол играет. Вот он. Крадется. А чего это такое? А что тебе нельзя снимать? Говорит, и что мокрый? Без кепки. Мокрый без кепки! Вот. Но мы люди всегда верим в лучшее, правильно? Вот и я верю в лучшее. На, ну что-то с двумя углями он горчит. Ну постоянно делал. Ну, понятное дело. Рука мастера не чувствуется, да? Горчит или не думаю? Вот два угля поставила, горчит. А с одним как-то слабо курится. Да заткнись ты и читай. Вот человек, который дает мне советы, идет сразу в блог. Что с губами? Губы пчелы покусали. Вули засунула рот и покусали пчелы, поэтому они стали большими. Что с мозгом лучше? С моим? Нет, тот, кто задает этот вопрос. Ну, правда, вот такие бестактные вопросы вы задаете. Ну, это моя внешность. Захотела сделать губы? Сделала. Захочу завтра грудь 10 размера? Сделаю. Ну, я же не спрашиваю у вас, да? Вот иногда читаю комментарии, пишут, фу, страшная. Думаю, ладно, может быть, там мисс Вселенная какая-нибудь, поэтому она дает оценку моей внешности. Захожу, а там, ну, просто квазимода. Но я бы с такой внешностью не то, что комментарии бы не писала, я бы на улицу побоялась бы выйти. Поэтому давайте как-то будем, ну, немножко самокритичными, наверное. Это, кстати, достаточно неплохое качество. Глаза большие, красивые, спасибо. Где Мандезир? Рядом, я же вам его показала только что. Нет, мейк сама не делаю, гримеры делают.
Я не знаю, помогает ей Баров Алене или нет. Я же не Алена. Мне кажется, такие вопросы лучше у нее узнать. Вы самая любимая моя ведущая. Спасибо большое. Курица? Она ничья, она только моя. Мамина еще. И мамина, да. Кто-то пишет, смех, ужас. И какашку присылает. Девушка, вы с утра не какали? Ну, пойдите, сходите в туалет, может быть, вам легче будет. Ведь сколько весишь. Но я сейчас поправилась. Ну, где-то 49, наверное. 40. Моя мосенькая. Мосенькая, какая же я мосенькая. Маленькая ножка. Да, мы помирились. А в Москве дождь. Но у нас тоже сегодня периодически капал дождь. Поэтому мы... От вас не отстаем. Цвет волос, краска Иноа. Я не помню. 7-8 и 8-8. Как-то там девчонки смешивают. Ну, не знаю, в каких пропорциях. Мандазир, как к женщинам плохо относился, так и будет. Просто пока ты ведущая, будет многое терпеть. Ну, вот сейчас вас в чем-то переубеждать не вижу смысла. Потому что... Ваше мнение все равно останется неизменным, оно ваше, и вы имеете право так думать. Мне вообще всегда было фиолетово, как мужчина относился к своим бывшим женщинам. Да? Это его были отношения, я туда нос свой не сую. Для меня важно, как он относится ко мне. И все. Позволяет себе иногда покрикивать. Есть за ним такой грешок. Есть. Конечно, мне это неприятно, но Москва не сразу строилась. Люди должны меняться ради друг друга, поэтому мы работаем в этом направлении. Посмотрим, к чему придем. Я не знаю, разошелся Ебаров с Ларченко или нет. Я же не живу с ними. В интернете вроде как пишут, что да. Лазан начал активно к Алене приходить, воспитывать ребенка. То, значит, разошелся с Ларченко? Мне кажется, да, потому что, но... будучи с Ларченко, он редко посещал. Может, просто разум вверх взял, понимает, что бабы могут меняться, а ребенок величина постоянная. Ну, Ларченко активно там в сетях, у них эфир отсидит, а его не видно. Значит... Ну, может быть, мозг. Включился. Я буду рада, если это так. Да. На острове, да, на острове мы же только прилетели. Около 2 недель мы тут. Когда хочешь ребеночка. Послезавтра. Да, послезавтра. У меня нет такого, что я хочу ребеночка. Ну, это как вот Бог даст, как получится. Я пока еще не замужем, ребеночек у меня будет только в браке. Как будет, так и будет. Но у меня нет такой цели, как вот многие женщины пишут. 32 года, она не замужем, детей нет. Ну, кому-то классно 18 рожать. Я всегда хотела стоять на ногах, чтобы у меня была своя жилплощадь, чтобы у меня какой-то был свой, там, не знаю, маломальский финансовый капитал, а рожать его никуда, скитаться по квартирам, ну, меня это не привлекало особо. Потом, я считаю, что в 20 лет все-таки это такое, знаете, по молодости, по глупости ты рожаешь. Нет, безусловно, у каждого человека это все индивидуально. Наши родители в 17-18 рожали, но было. Ну, раньше время было другое, да, нельзя сравнивать. Люди были ответственнее. Вот. Сейчас, видишь... Не это время, сейчас другое время. Я в 20, допустим, вообще, ну, как бы, хотя я была замужем, но я не представляла себя мамой. Я... Аж... Поперхнулся? Поперхнулся, да. Вот я не представляла себя мамой, я не готова была, не знаю, там, полностью сфокусироваться на ребенке. А сейчас я уже понимаю, да, и дать я могу своему ребенку гораздо больше, чем...
в 20, в 25. Поэтому как только мое время придет, так все будет. Я не из тех женщин, которые зациклены и считают, что сама цель – это быть чьей-то женой и мамой. Нет, я достаточно амбициозный человек, поэтому как бы для меня в приоритете была карьера. Сейчас, понятно, года идут, и немножко мышление меняется. Мы с Мандезиром спрашивают, много мы времени проводим вместе? Говорит, мало. На самом деле, да, очень много. Мы все время вместе проводим. Ну а что, нет? Оставляешь меня здесь. Уезжаешь. Куда? Че ты? Ой, Вруша. Ой, Вруша, не могу. Мандезир без меня находится в период где-то с 11 утра. Ну, с 10. И что? Ладно, в общем, он небольшой промежуток времени находится без меня. Ой. Нет, я бы еще не вернулся. С мамочкой Мандезир знаком, маме Мандезир нравится. И Мандезиру моя мама нравится. Они нашли общий язык, и я этому очень рада. Не обращай внимания, это очень красиво и доброе. Я на посторонних людей вообще никогда внимания не обращала. Слава богу, у меня есть своя голова на плечах, и я не живу, ссылаясь на чужое мнение. Мне выбить почву из-под ног вообще невозможно. Как-то принизить мою самооценку тоже нереально. Для меня играют огромную роль мои близкие люди, люди, которые находятся в моем окружении, которых я люблю. Они диванные критики, которые сами себе ничего не представляют, которые только и думают, как бы побольше вылить дерьма в сообщениях незнакомому человеку. Поэтому я вообще спокойно отношусь. Ну, иногда я отвечаю им на их же языке, они потом негодуют, называют меня хамкой. То есть они на себя не смотрят. Я не представляю, что я иду где-то по улице и подхожу к незнакомой девушке, там, допустим, и говорю, слушай, ты такая жирная, а что ты столько жрешь? Может быть, тебе похудеть? Или там, слушай, а что у тебя такие губы тонкие? У тебя что, нет денег губы себе сделать? Ну и так далее, и тому подобное. Но это просто от воспитания зависит, от чувства такта. Ты, может, пойдешь покушаешь? Что? Ну, куриные ноги там. Ну, кто-то мне тут приказывает. Отвечай на наши вопросы, пишет. Слушаюсь и повинуюсь. Госпожа. Да. Так, так. С Ефременковой что делите? Я с Ефременковой ничего не делю, я ее очень люблю, уважаю, очень хорошо к ней отношусь. Мне с ней делить нечего. Как я могу сама с тобой что-то делить? Юль, ты говорила? Юль, ты говорила Мандезиру, что любишь его? Хороший вопрос. Классный вопрос, на самом деле. Мне тоже интересует. Этот вопрос, как в песне Ольги Бузовой, вопросы без ответов. Не буду вас в курс дела вводить. Дятел стучит. А, может быть, это кальян? Вдыхает пар Мандезир. Не знаю, нет дятла тут никакого. Так. Ладно, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Пойду что-нибудь в холодильнике посмотрю, перекушу что-нибудь.